Бывший премьер-министр Японии отчитается о Фукусиме. Наотокан представит доклад о своих действиях в период ликвидации последствий техногенной катастрофы. Экс-глава правительства выступит перед парламентской комиссией по расследованию причин трагедии на атомной электростанции. Ранее Наотокана неоднократно критиковали за недостаток решительности сразу после того, как стихия повредила АЭС, а также за чрезмерное вмешательство в спасательные работы после аварии. Отчет комиссии должен быть опубликован в июне. Катастрофа на атомной электростанции Фукусима произошла после цунами и землетрясения в марте прошлого года и стала самым масштабным экологическим бедствием в истории Японии.